Впечатления очень хорошие. От имени ФИФА хотел бы поблагодарить Футбольную федерацию Молдовы за реализацию проекта Forward. Мы очень рады быть здесь. И от имени президента ФИФА Гиани Инфантино и генерального секретаря Фатмы Самуры хотел бы поблагодарить руководство федерации за то, что в кратчайшие сроки завершили этот прекрасный проект в центре Кишинева. И только что ознакомился с проектом. И мы рады, что эта идея, эта инициатива повлияла на развитие инфраструктуры вокруг этого пляжного стадиона, который, кстати, одновременно используется в рамках мини-футбола. И смотря на, значит, инфраструктуру, которая начала развиваться после завершения этого проекта, это приятно, что Футбольная федерация Молдовы стала драйвом развития инфраструктуры в центре города Кишинев. И в данный момент вокруг этого стадиона развиваются другие виды спорта. И еще раз благодарим и желаем также Федерации Молдовы развития и всего хорошего, и в кратчайшие сроки, чтобы мы видели эту арену заполненной всегда.